Доброго всем времени суток, с вами Texier, контейнерный отель, Construction Simulator. Ну чё, пойдем дальше. Не то. Кстати, очков нету. Кстати, они не пишутся, да? Ну, они нету, значит. Так, ладно. Работа на глубине, ну давай. Где это у нас? Да. Сейчас посмотрим, что он пытается втюхать. Отель был ничего. Тут занудный, конечно. Но ничего. Причал был говно полное. Раскопки. Вот такой бы мост построить. Вот да. Хотя мост я строил не сильно хуже. Ничего, мужик в желтых сапогах. Молодежь в восторге от гостиницы с контейнера. Что сегодня не мытый? Это важный шаг в восстановлении прибрежного региона, но работы еще много. К счастью, несколько местных богатых семей обещали выделить средства на развитие гавани. Но у них есть свои интересы. Первым делом нам нужно построить для них маленький частный порт. Все формальности уже улажены, даже теперь нашей команде нужно расширить старую гавань. Какая-то фигня, ножом прот тунинский не нарисован. Самое большое условие в том, чтобы сделать огромную массу воды, пока вы копаете довольно... большой котлован. Думаю, это будет грандиозно. А я думаю, нет. Сделать грунтовую насыпь. Я не понял. Сделать грунтовую насыпь. Из чего? Я должен сюда насыпать? Или я должен сюда выкопать? Я вообще не понимаю. Что они от меня хотят? То есть совсем. Откуда, куда насыпь сделать? Чё вообще сделать? Вообще никаких идей. Да, я что-то по диагонали положено мне. Так, давайте вылезем. Устроим утро. Погнали. Сейчас будем пробовать. Ну, я не думаю, что мне надо срыть. Или надо. Да, хрен его знает. Я вот правда не понимаю. Ну ок. Ок. Насыпаю. Ноль. Копать надо. Отлично. Да, надо копать. А? Блин, я тут застревать буду теперь. Ну ладно, 6% за один ковш, нормально.
У него очень странно работает этот ковш. Прям очень странно. Да блин, что у него не странно работает? Тут, кстати, может, экскаватором-то было бы быстрее. Да, тут 6% разом. Согласен. Ну что, высыпать не буду. Сейчас не вывалит. Вывалил. Молодец. Двадцать. Клан пойдет. Как я не копаю? Я два раза съездил или три? Я не знаю, куда спать. Куда-то определенно надо высыпать. Ну вот куда? Не, ну серьезно, куда высыпать? Тут нет места. Правда, надо было экскаватором. Проходимость никакая. А в ту сторону попробую. Что все место тут расчистить, где петлять? А, правда, так себе расчищает. Ну хоть как. Ну, почти половина. Погодите, я что только что заезжал. Серьезно? А теперь это нельзя, да? А как заезжал? Я тут не копал под краем, не надо мне. Хорошую яму сделал. Вернее, холмик в яме. Не, ну тут можно кататься. Пока ту яму не засыплю до конца. Ну это где-то по 6 хреначу. По 6%. Недолго мне сюда высыпать, правда. Куда-нибудь влево еще буду высыпать, наверное. Почему это называется сделать насыпь, я не понял.
Вроде никакой насыпи я не делал, просто землю копаю. Строго говоря, я ее внутри котлована перекладываю в другое место. Который раз убеждаюсь, что вот тут разрабам было бы здорово сделать погрузку в машину. Именно в машину. Чтобы машина это забирала. Тогда было бы логично и хорошо. А так фигня какая-то. Бредовая. Так, куда? Туда куда-нибудь высыпать. Угу, высыпал. Как-то все буксует, а? Трындец. Ладно, сейчас накатаю. Тут небольшая аморфность у грунта есть, поэтому я колесами его выточу. Тебе 4 уже хорошо. Не, вверх давай. Ну, понемножку вот так. Ерифь занимаюсь, да? Ну, так разрабы сделали. Почему хрен? Как бы на создание насыпи вообще не похоже. Хоть создание насыпи. Недоразумение какое-то. Ну все, еще разок капнуть надо. А собственно уже 18% строительства. Я только с дядькой поговорил, уже 18%. Что-нибудь подсказывает, так себе это будет строечка-то. Чистить тут мечты надо, ага. Сейчас. Вот теперь можно отметить, очистить. Я там себе не подрыл, что не вы, не вы. Сюда, я думаю. Стоп, выкопай землю в области, вы чё? Только я уехал. А, я казалось, эти убрали черные. Так чё ты про нас питает? А, выезд такой вот ровно красивый. Ну-ну.
Что-то фигово, 5%. Зато ровная. Ох, вот это хорошо все повторилось у нас. Ну, назад. Вот так. Непонятно. 4% я фигачу. Но экскаватор, мне кажется, не стоит. Ну, термитик насыплю вот таких. Да, слабенько как-то берет, но ладно. Я думаю, там если выше взять, то нормально все. Что только с высоты сыпет, да? Нельзя кошку прокинуть ниже. Мне бы понадобилось ниже. Да. Что-то около 4% ковш. Блин, он самого выравнивает. Тут побольше нет? От побольше нет копалки, по-моему. Но самая большая. Меньше копалки есть больше нет. Задеваю колесами, оседает. Двадцать семь. А по-моему должно было быть 28, да? Или наоборот был 22. И я 5% добыл. Че было? Я еще в ту сторону попробую. Мне кажется, просто глубже закапываюсь, чем надо. И меня не засчитывают. Значит, еще раз вправо попробую. Тут, мне кажется, получше. Мне же главное процент набрать. А что я там выкопаю, как хрен разница? Бум. Крутануло. Ну что, довольно бодрый. Добиться будут до той вот высокой совсем стены. Там да точно глубже, чем надо, не зароешь. Так, сильно низко нельзя. Что-то еще выравнивать. Ну, в смысле, чтобы я проехал.
Вот так. Я, возможно, даже чуть вверх копаю, но не страшно. Зато засчитывается все, что он зачерпнул. Потому что когда глубже закапываешь, не засчитывается. Ну тут не объем вывезенного считается. Это именно сколько из зоны в рамках того, что введено под выкопанное. А введено под выкопанное несколько меньше. То есть вот я вот сейчас на площади, на уровне нахожусь, по которой я копаю. Если я зароюсь глубже, мне это не засчитают. Глубже зарываться не очень хорошо. Осталось 48%. Ну, катер катается. Нормально. Развлекаются сволочи, а я тут работаю. Что-то прям раскопки-то глобальные. Я же понимаю, тут... А тут, наверное, будет это причал, что-то такое, мне кажется. Я не думаю, что мне дадут копать, вот заливать его водой. Ну как? Ты копаешь, да? А море сюда заливается. Странные звуки оно издает. А, все. Так, ну нарыл неплохо. Большая куча. Все-таки бестолково сделано. Я, конечно, понимаю, что все в моих руках. Я могу грузить самосвал, вывозить и продавать. Но мне кажется, надо как-то делать силами разрабов, а не игроков. Понятно, что в одну морду задолбаешься. И вывозить, допустим, сделать жестко, да? Нацелил самосвал. Повез в карьер. Без быстрого перемещения. Хрен кто играть будет такое. В коопе просто на ура пойдет. Особенно, если человек 5, вот, со свистом и улюлюканьями вывезу все, что надо, все, что не надо. Кстати, обратите внимание, я вот где копаю, прям я прям вытоптался такую ровную землю, по которой я езжу и копаю. Да, блин. То есть тут вполне реально сделать, ну, как бы, идеальное. Вот эту яму выкопать. Идеально. Вообще без проблем. Он сам себе тропу вытаптывает, конечно. Ну, смотрите. Вот где я копал, все ровно. То есть я ни вниз не увел, ни вверх. Все, все четко прям. И сейчас к финалу я подойду к высокому склону, который можно более нагло копать. Забавно, я колесами в него ударяюсь, он оседает. Так, чуть-чуть правее возьму. То есть, ну, вообще делать аккуратно, вот, земляные работы, ну, прям реально. Фактически поликалу накопать можно. Было бы желание. Экскаваторы позволяют. А теперь если подумать о том, что можно сделать разметку прям суровую, то именно по разметке должно быть.
А ты пользуешься большими и малыми копалками? Это сделай. Но трудоемко, конечно, будет. То есть я вот копаю часть, да, вот свои 100%, это вот кусочек. А тут в 5 раз больше. В 6, наверное, даже. Ну, это вечная история. Так сказать, между отсутствием гринда и хардкором. Что вроде хорошо бы. Хардкор, хардкорнее. Но в конечном счете получается гринд. А гринд никто не любит. Ну и, собственно, вот 100%. Сейчас очищу область от своего присутствия. Ага, Линка играет в ресторанный симулятор. Конечно. Мы такие работящие, такие работящие. Нет свободного времени ни на что постримить никак. Что дальше? Опять копать. Достижения, дела идут в гору. Бетонная опора. Так, материалы. Ну, я бы сказал, мне даже машины для этого не нужны. Мне даже ехать для этого никуда не... 15? Ок. Доставлено. А где мой кран? Ну, внизу. Там его и затопит. Ну чё, погнали. Бетонная дамба. А, ну недалеко таскать. Так, а палубочные конструкции? 3 штуки, компонент потолка. Вы чё, это... Подводный гараж строите? Зачем тут компонент потолка? Строю вроде гавань. А, ближе сюда. На каком-то этапе мне кран придется оттуда забирать. Ладно. Бетонировать сейчас все будем со страшной силой. Надо подумать. Бетонный насос или бадья? Так-то мне больше бадья нравится. Но это немножко зависит от того, чего бетонировать. Стену лучше бадьей. Потому что бетонный насос дотягивается плохо, а это вот скотиняка до всего дотягивается. А вот площади именно такие. Полы, крыши.
пусть и бетон-насосом заливай. Не трогай, не отбиться. Ухватил. И вот там одну крышу ухватил. А, две крыши. Да. И с крышами будет все. Их всего-то. Просто я, по идее, строю действительно гавань. То есть эта яма будет заполнена водой, и тут будут причалы. Причем тут все эти потолки, я даже не знаю. Я понимаю, зачем столько балок. Зачем столько потолков, я не понимаю. Они сейчас плиты объединятся. Бабах. А нехрен генератор на дороге ставить. Генератор должен вот тут стоять. Там где-то, да. Все, приехало. Это попроще, да, вот. Залить стены. А, ну я понял. Это край, и тут вот будут полы такие настелены. Как? Че, стенка не по краю вот этой штуки? Я не знаю. Так, ну мне нужна бадья. И вот так, а все. Я два их куплю. Смешно. То есть мне в магазин даже не надо заходить, чтобы что-то купить, так что ли? Так. Одна. Где двумя обзавелся хреном? Ладно. И погнали. По-дурацки. Ну просто я не по линии же буду. Сдвигать. Не получится меня по линии. А прыгают, видели? Они прыгают.
кончилось. Ну, оно, да, со свистом уходит. Но предыдущий плит, это было весело. Залив хорошо идет. Сейчас все убедит. Кидрини фини. И эти пройдут. Их битву он затапливает, я понял. А, все, я уже сел. Под бок ее привез. Да-да, выливай все. Все не уволилось, ну да и ладно. Нехилый объем заливать, да? Надо бы утра дождаться, ну ладно. Однако почти 40 минут уже развлекаюсь. Оказалось, вроде так недолго, да? Там сразу бах, 18%. Я, о, хорошо. А опять пички-то уходят. Тут еще хорошо, стенка высокая, в него много влазит. Он раз в 90%. Давай еще последнюю бадью. 6% сейчас быстро улетит. Готов. Я прям тут уброшу. Не то повез. Так, бетонный элемент потолка. Потащили. В данном случае это бетонный элемент причала. Ну, куда деваться. Блин, как его раскидало, смотрите. На чем у меня одна стопка вон там не пошла? Странно. И фигли мы зеленые. А, мы зеленые. Понял. Мы зеленые для той же, нижней. Но первые-то легко пойдут. Однако 12 штук. Я тоже заливать придется. Что вы думаете? Тут в сказку попали. Так. Ну. Неудобно лежат собаки. Предпочел бы, чтобы их вот тут на плитках собирали. Чтобы сейчас мимо крана ее пропихивать. Очень, очень не очень. Ну ладно, я понял. Я сделал подпорную стенку. По идее, оно вокруг всех стен. Такое должно быть. И сделал боковую стенку гавань. Гавань, черт возьми. Да-да-да.
Карта слева крутится, что-то только сейчас внимание обратил. Что она должна на экране есть. Ну, пускай всем. Ну, там придется вдали утаскивать. Тут не в высоту строительства, в ширину строительства. На самом деле дальнюю вон ту кучку можно с противоположной стороны по кругу гонять. Все равно кран на 180 градусов разворачивает. Очень все это неспешно. Так, и там 4. То есть я не посередине, я все-таки в углу стою. Ну ладно. А в принципе, какая мне разница, над пирсом носить или... Или над ямой? Медитативно, мирно, тихо. А, вот, да, я вот тут цеплять буду. Давайте-то вокруг. Над ямой-то такой есть. По расстоянию то же самое. Круг такой же, но дуга круг. Просто там может что-то цепануть. Хороший, а тут нельзя. О, перестарался. Слишком близко поджал. Две осталось, да? Да. А еще у меня палку-то осталось. Не пою за меня. Странно. И затопить эту яму, не убирая кран. Пусть из воды работает. Потом автокраном выловим. Экстрим. Что-то я далеко поехал, да? Айти. Ну, поехали. Последняя плита. А потом пойдут металлоконструкции, я вот уверен. Хотя нет, там вот еще опалубка есть. Что-то мне тут предстоит еще забетонировать, мне кажется. Причем эта опалубка, она исключительно для стен. Залить бетоном. А вот тут стоило бы, конечно, бетонный насос. Погодите, а может мне сюда просто машину пригнать? Давайте попробуем. Давайте попробуем. А вось получится.
Ну чё? Удастся? Не удастся мне за серию, ни хрена. Ну да. После вот эти вот... Слушайте, у меня вообще есть офигенная идея, только я машину оттуда не вытащу потом. Да, вы правильно понимаете, куда съехать. А, давай. Бонзай. Бум. Во! Вот тут-то я вам устрою. Сейчас все залью, иначе. Как выбираться буду, пока не знаю. Но залью все. Давай, давай, на полную. Еще как бегемот хвостом еще. А влево, вправо. А? Красота же. Не боди, я нифига. Вообще надо вот сзади смотреть на самом деле. Чтобы видно, куда я что наливаю. А, сзади стрелки в сторону работают. Ну, как бы, в зеркало. Здорово же. Чем по краю ты ездишь, чем бадьёй поливать. Есть еще вылезти, потом будет проблема. Да. Ничего грех оставлять. Он что, машину почти вылил. Шевелится. Нормально. Вот она потихоньку ездить не умеет, вот в чем проблема. По чуть-чуть не получается, она дергает прям рывком таким. Попробуй останови. Да, и тормоз выменяемого нет. Прям особо не остановишь. Ничего, одной машины мало, может еще не делать. Убери машину, друзья. Машина пуста. Отлично. Машина полна. Уберите табличку свою паханую. Что висит по часу. Я быстро читать умею. Не обменю. Держать. Ай-яй-яй, пролетел. 90 уже. Ну, 100% давай. Ну, выйдет, не выйдет. Не выйдет. На это есть вот такая штука. Хом. Что там? Доставить куда-то палету. А, с металлоконструкцией. Так. Краун. Ну, что я могу сказать? Техники тут кот нассал.
Что тут применяю? Я применяю кран, копалку и бетономешалку. Все. Напомню, игра вся должна идти в сторону усложнения. То есть к концу должны быть сложные заковыристые миссии. Ну да, очень сложно, вообще заковырист. Куда там класть-то, ёлки? Раз, два, три. Маленький автокран справился. Вот. На краю прям поставить и метать. Сколько мне еще этих конструкций возить туда, да? Какая куча. Пятьдесят одна минута? Нет, точно 37% точно это не на одно видео. Это намного видео. На два, в частности. Я что-то не понимаю, что тут столько времени делать. Но понятно, что причал, эта конструкция сложная, большая и все такое. Да? Ну, просто я, по идее, все закончил. Ну, возможно, да, причал еще надо будет залить. Но я больше не вижу этих упаковок для бетонных работ. Я вижу металлические балки всякие. Ну и, по идее, причал-то эти... Ну, хотя бетонные тоже делают. Ну и где? Поменьше летай. Вот солнышко поменялось. Просто ну... О, выполнить бурение. А вот это офигенно. А вот это я люблю. Так, кран уберись, эта штука высокая. Бурить, бурить наше все. За это я готов игре простить. Это то, что она нудела меня тут со всяким. Так, где моя буровая установка? Это лучшее занятие в игре. Я не вижу. Вот она. Погоди, погоди, не заводись. Теоретически его на этой прицепе перевозить. Но я не знаю, как у него стрела заваливается. Она должна заваливаться, стрела как-то. Но хрен я знаю. Должна вот тут гидравлика вообще. Ну хотя всего две. Мало. Там вспомнить, как у нее все это работает. Тоже не скажешь, прям идеально помню. Так. Ага, вон зубастая, ее первую брать.
гусениц немножко растопырить. Не то. Не то. А так не иди. Так. Совсем не то. Вот так. Ну давай. А, давай. Ай, это поехало. Сейчас разберемся. Не понял. Вот так. Так. И отсюда. И отсюда. И это крутится. Ну, как-то так. Так. Землю стрясти. Так. Теперь вот это. Все непросто. Ну такое. Я что-то не понял, а что он дальше-то набирает? Все набралось, просто, ну, там не полный же набор, явно. Ну ладно. Да что ты крутишь-то? Вот.
Ничего, копаем. Знаете, что мне непонятно? А, залить осталось. Погодите-ка. Что там у нас? Да. Все нормально. Так, возить. Угу, понял, понял, понял. Не то, не то, не то, не то. Так. Ну тут труба-то еще не зашла. Так, цепляем. Ни хрена не видно, не было. Так, переключаться. И сейчас подключу эту штуку. Оп. Эй, Паш. Ну вот как-то так. Заодно и грунт. А дальше давай. В свое время было очень трудно понять, как грунт с ним стряхивать. А все просто влево-вправо крутишь, крутишь, все. А вот тут вот немножко, не немножко. Да, ну ладно. А что делать? А делать нечего. Ну вот так. Так. Сегодня немножко не попало. Чуть назад. Что за фигня? А вот тут мне уже непонятно. Трогать, что нельзя было с места? Да ладно, рассказывай. Не? Ладно, эту штуку подниму.
А вот тут переключу. Ну ладно, работает. Не докопал, наверное. Сыпали. Вот, теперь можно. Не докопал, я же говорю. Есть. А эти сейчас. Вот один режим, другой режим. Лучше бы отдельно было управление. Туда, отдельно сюда. Чё опять не так? Машина, что тебе не так, ёлки? Вот, теперь так. Максимализм. Типа задевает она. А, выкопана. Что там есть? Да там земли-то нет, в общем-то. Все, собственно. Так. Драйв. Втянуть. Ну, я не знаю, на стоянку пока поставлю. Погнали. Классная машина. Немножко муторным управлением, но классно. Ух ты, что там, пойдем в топливо. Срамно. А, ну по асфальту вообще полетит. И осталось цементом залить. Это немножко по-дурацки показано, вот эти вот этапы. Вроде думаешь, типа, что-то не успел сделать. Ну, 75%, да? А это вместе с заливкой бетона 75%. Да, может было машину залить. Тут точечно. Поэтому пойду и проще. Проценты, камон. Да. Уходит там много. Ну, машины, оно реально лучше. В нем вбухивается, что не было машины, наверное. Раньше заполнится или кончится. Скажи все. Ну.
Опять-таки, ну. Очень все стало. Вроде наливает, вроде не наливает. Пипец. Сидим, ждем. О, там еще трубы я смотрю. Еще смотрите, тут труба. Тут не та труба, а тут нет. Смотрите. Тут сняли, тут не сняли. Тут без меня сделали. А тут будут со мной делать, но в следующий раз. А на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.